То, что я волнуюсь, потому что я начинаю читать программу как по меню. То есть, а сейчас мы сыграем это, сейчас мы сыграем это, сейчас мы сыграем третье, четвертое. Обычно я стараюсь... Ау, я здесь? Сейчас. О, и снова здесь или мы здесь? О, супер. Так вот. Классно. Ну, это хорошо сближает обстановку. Так вот, обычно я стараюсь программу не читать как меню. И я, наверное, скажу пару слов о том, каким образом собран сегодняшний сет. Логика была довольно простая. Мне хотелось поиграть все свои авторские вещи и традиционные вещи из числа тех, которые я люблю. Но в первой части программы, конечно, будет больше музыки о магии, что называется фэнтези-музыки. А во второй — мои городские темы. И не только мои.